Поступаю на путь, что не расстроятся, без работы не останутся. Впереди у них очень важная и ответственная работа из центра города. Выйти на Троечину. Это очень сложно работать в метеорологическом отношении. Ну и, безусловно, в финансовом отношении. Выйти из центра города на Подольской мостовой переходе. Пройти через Подольский мостовой переход, это 7 километров, как вы видите. Ну и пойти на Троечину. Это уникальная по сложности работа. И очень приятно, что наш коллектив Метростроя практически уже восстановился после того кризиса, в котором он находился еще буквально 2,5 года назад. Также приятно отметить, что после долгого перерыва возобновляются работы на строительстве метрополитена в Петропавловске. Это очень важно для жителей этого миллионного крупного города. Будут продолжены работы по строительству метро в Харькове. Я недавно был в Харькове, мы об этом говорили с местным руководством. И таким образом, отечественный комплекс и строителей, и машиностроителей получает надежный заказ на работу на долгие годы вперед. Это наш ответ на мировой экономический кризис. Это наш университет выхода из кризиса. И мы таким курсом начали двигаться 2 года назад, 2,5 года. И так таким курсом будем продолжать. Что бы еще хотелось отметить, что тот район, в котором мы находимся, это очень перспективный район в Киеве по своему развитию. Во-первых, что будет в скором времени хороший спортивный комплекс. Прямо над нами находится недостроенный комплекс Ледового дворца. В ближайшее время он будет завершен. Достроен он идет в эксплуатацию. Это очень крупный чумой массив. И это развивающийся массив, который требует хорошего транспортного сообщения. Конечно, требуется конструкция такой узкой улицы, которая является улица 40-летия Октября. И жители города знают, что вот сейчас, после того, как мы, в общем-то, провели расширение после Московской площади, после Московской развязки, место возникает как раз вот на этом горлышке.